Дрема. Подарки для мужчин с заботой о них. Уютные махровые и хлопковые халаты, комфортная домашняя одежда из натуральных тканей, подарочные наборы, пушистые полотенца, мягкие пледы, одеяла и подушки. Угоди с подарком. Магазин Дрема. Город Бердск, улица Ленина, 47, ТЦ «Меркурий», второй этаж. Попал в долговую яму? Нет возможности оплачивать кредиты? Мы поможем! Финансово-правовая компания «Альтернатива». Запишись на консультацию 322-22-14. Наш адрес – город Бердск, улица Ленина, 94, офис 2. По информации синоптиков Западносибирского метеоагентства, 19 февраля облачно, снег, днем метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный 5-10, порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью – минус 12, минус 14 градусов, днем 3-5 градусов ниже 0. 20 февраля снег, мокрый снег. На дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный 5-10, порывы 13-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха минус 3, минус 8 градусов, местами до минус 13. Дневная минус 2, плюс 3. 21 февраля снег, мокрый снег. На дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный 3-8, ночью порывы 12-17 метров в секунду. Температура ночью минус 5, минус 10 градусов, местами до минус 15. Днем минус 1, минус 6 градусов. Автомобили «Лада» и «Шевроле Нива». Надежность и проходимость даже в сибирском климате. Официальный дилер «Автосалон Авто-1». Автомобили «Лада». Честная цена. Авто в наличии. Простые условия. Сделка года от «Лада». Автосалон «Авто-1». 304-80-50. 304-80-50.